16 сентября 41 года провожают на фронт мужиков. Плач, слезы, песни, проводы. Провожаем мы нашего папочку. Мы – это мама, у нас пятеро. Мы бежали за телегой, кричали, плакали. Так мы остались жить без отца. Мне было 6 лет, а младшим братишкам было 4, а второму 2 годика. Через месяц появилась еще одна сестричка. Такую ораву покормить непросто. Жили бедно. Одеть, а будь нечего, и есть тоже. Собирали на полях картошку. Из лебеды мама пекла лепешки. Наедались, а потом животы поели. Рычала корова. Они огород пахали, сено дрова возили. Прислал папа письмо, которое писал, что сейчас их учат воевать. Просит не скучать, не плакать. Скоро война закончится, и скоро будем вместе. И еще одно коротенькое письмо. Идем в бой, прощайте. Проклятая война забрала нашего любимого папочку.